Эти ребята точно знают, как выглядят флаги Португалии и Ирландии, а также сколько субъектов Российской Федерации. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии состоялся в Щелковской общеобразовательной школе номер 4 имени Климука. Всего олимпиада включает в себя 4 основных этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Ученикам можно попробовать свои силы по таким предметам, как литература, история, химия, экономика, физика, биология, информатика, обществознание, искусство МХК, иностранные языки, физическая культура и прочих. Принять участие в региональном этапе смогли учащиеся 9-11 классов, набравшие проходные баллы на муниципальном этапе, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года. Сегодня очень много детей Московской области собралось в нашей школе. Можно назвать их интеллектуальным будущим Московской области. И нам очень приятно, что среди этих детей есть и обучающиеся школ городского округа Щелково. Думаем, что сегодняшний день будет для них очень познавательным, а может быть и неожиданным. Продолжительность олимпиады составляет 4 часа. В этом году мероприятие проходит на 6 площадках Подмосковья. Мы большая площадка, то есть мы ждем сегодня 166 ребят к нам в гости. Всероссийская олимпиада школьников включает испытания по 24 олимпиадам, и уже больше половины этих испытаний прошло. На сегодняшний день 198 школьников городского округа Щелково приняло участие во Всероссийской олимпиаде по разным дисциплинам, среди которых уже есть 6 победителей и 30 призеров. Мария Буржинская, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.